Международная гонка. Дисциплины – это конекросс, бег с собакой, скутер, велосипед, женщины-мужчины, он же байк-джоринг, и карт. В этом году у нас порядка 140 стартов. У нас география России представлена как бы довольно-таки обширно. И на наше счастье к нам приехали представители Белоруссии. Они смогли к нам приехать. И представители Эстонии, чему мы безумно рады. Готовятся Федорова Мария и Амелюхин Антон. Я бежала сегодня карт 6 собак, велосипед одна собака женщины и скутер 2 собаки. Жарко на втором этапе было очень, и все-таки трасса была жарковата. И собакам тяжеловато дышать сегодня. Участники в дисциплине. І з Тарту, близько Тарту ми живемо. Ми виступали ТР-4, це упряжка 4 собак, і я ще одна собака-скутер, і моя колега Гардеріс 2 собака-скутер. Дуже хороша траса, все є там, повороти є. А так? Хорошо. Готовим. Как попали? Как все, наверное, покупают первую хаски, у которого голубые глаза, черно-белый. Вот. Соответственно, как бы, чтобы с ним заниматься, пришлось купить велосипед, чтобы он не вырвал руки при гулянии. С ним понравилось, выступили на первых соревнованиях, потом купили двух собак, потом к этим двум собакам еще двух собак, сейчас их 8 в общем в целом.